Так, одну я убил, тварь. Видите, из этого... Офигеть. Все понятно. Всем привет. Продолжаем прохождение Майнкрафт. Так, у нас наступает ночь, поэтому надо нам поспать. И у нас большие планы на этот выпуск. Надо нам полазить будет в аду. И выполнить пару плюшек, так сказать. Но сначала мы должны сделать доспехи алмазные. Полностью собрать сет. Если на него хватит, то что нам нужна уже броня. Так, давайте соберем. Вспомнить бы как. Ох, вот самое дорогое, вот нагрудник идет, да? Нет, мы можем сделать это вот таким вот макаром. То есть мы можем сделать сапоги. А, нет, то же самое, да? Хотя, подождите, мы можем сделать шапку, это будет дешевле. Шапка и сапоги, вот. Это другое дело. Отлично, почти у нас полностью алмазный сет. Теперь давайте что-нибудь зачаруем. Чуть подороже дайте мне. 7-8 Айр Стринч. О, кстати, там была защита от снарядов. Хорошая вещь. 8, мало, мало. Надо было построить какую-то библиотеку чуть подальше, да? Хотя давайте потом построим библиотеку, пока просто оденем такие доспехи. Ну вот другое дело совсем. Хорошо, это мы сейчас все выкинем сюда. И нам нужно собираться в путь. Мы сейчас пойдем в ад. Нам нужен ад. Сейчас мы тогда выкинем все лишнее по быстроляну. Оп, оп, так. Алмазный бур, да, мы возьмем алмазный бур, потому что нам нужно будет еще собрать блоки, чтобы сделать аски кирпич. Вот такая вот у нас красота здесь, видите, все красиво. Идем обратно. Так, что я хочу? Я хочу выполнить пару достижений, да, то есть, во-первых, это нам нужно будет убить Гаста его же огненным шаром. Я, в принципе, пока не понимаю, как это делать. Вообще не понимаю. Как убить Гаста его же огненным шаром? И добыть стержень Имфрита. Мы уже добывали, но почему-то мне за это не дали достижения. Тут вообще такая странная система. Достижения, такое ощущение, что они, скорее всего, исчезают, когда нас убивают. Возможно, такая тема. Все, заряжается наш бур. Нам нужно оружие есть и лук обязательно. Нужно сделать будут стрелы по фасту. Давайте сделаем стрелы. Ну вот Имфрит. Стержень Имфрита. Ну, не хочет, как хочет. Так, нам нужно сделать стрелы, да? Угу. Перья. И нужно будет еще сделать палок по фасту. Если у нас не осталось палок. Нет, палок у нас много. Let's go. Так, так, так. Ну, немножко сделали, пойдет. Не забывайте, что у нас лук тоже апгрейженный. И он будет более-менее сильно дамажить. Это дерьмо вообще не нужно. Вот что мы с собой возьмем. Тоже нам не надо. Вот так вот, да? В идеале постараться, чтобы нас там не убили. Это очень важно. Возьмем еще еды. Еще здесь еда, да. Отлично. Ну и здесь тоже возьмем еды. Все. Самое главное это выжить. Выжить, выжить, выжить. Ну что ж, let's go. Кстати, мне еще дали такой совет хороший, да, я в комментариях прочитал. Можно вокруг этих ворот, типа врата, да, в ад, поставить сыпучие пески. И типа, кто из них будет выходить, будет там застревать. Потом можно будет это реализовать. А, я еще хотел сделать алмазный меч, точно, чтобы сильно-сильно дамажить. С самого начала давайте мы немножко отойдем. Угу. Все равно я не понимаю, как это убить его же шаром. Вы мне скажите. Блин, а. В любом случае, сначала убьем этих мудаков. Нам нужно найти палку. Блин, это вот плохо, дело плохо. Сейчас и свиньи сагрятся. Нет. О, как больно. Это уже опасно. Это опаснее, чем я думал будет. Я уже говорил, да, что свиньи, они пассивны, но если их задеть, они будут агриться на вас.
ты мразь, пошел отсюда. Вот она, палка. Все, достижение я выполнил. Теперь, как убить его же снарядом? Так, давайте потушим все лишнее здесь. Он теперь будет поджигать по кругу. Ух ты. Прям рядом, а. Кстати, больно, больно дамажит. Эй. Ух ты, чмо. Откуда вообще взялась она? Так, как бы нам быть-то, а? Как бы нам быть? Смотрите, как он дамажит. Я не могу даже его ударить из-за бага, видите, из-за текстур. Так, как же нам сделать? Не, это сложнее, чем я думал, реально. То есть меня даже доспехи не спасают. Ну-ка, если мы сделаем таким образом. Вот так вот сделаем. Все-таки давно уже хотел здесь водой все залить. Чтобы можно было хотя бы от огня, да, спрятаться временно. Вот таким вот образом. Оп-оп-оп. Все, потом что у нас получится. Опять мы экспериментируем. Сюда, 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 сюда. И вот сюда, 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 сюда. Ну хотя бы вот так. Да, нельзя, блин, так и думал. То здесь вообще не важно, да? Даже куда ты воду выливаешь. Я думал, нельзя именно на камень, вот это вот адский. А получается, вообще никуда нельзя. Ну это логично, в принципе, все-таки это ад. Как ни странно. Это у нас ад. О! А, это ворота же, твари, а, ну твари. Больно, больно. Мы даже не можем дойти до этого места. Хорошо, сделаем это по-другому. А, да, да, правильно, молодец. Вы видите, это через текстуры убивает. Ужас. Ну как больно-то. Опять летит, сейчас через текстуру будет убивать. Так, стой, стой. На, тварь тупая, сдохните уже. Ну они бесконечные, ну вы просто посмотрите, реально, сколько. А, еще и здесь. Давай, давай, дохните, дохните. Надо, короче, убивать их не респаун здесь, реально, это не дело. Я... О, да, молодец, красавчик. Да, 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 вы только посмотрите на это чудо. Только на это посмотрите. Ага, помогите. Надо быстрее идти забирать вещи. Столько алмазных вещей. Так, тихо, не запускаем. Хорошо, что они не могут дом спалить. А, они уже сверху залетают. Опять, опять убивают. Ну сколько можно уже? Сколько можно? О, пошло, пошло. Давай, давай. Чё, мы опять сдохнем? Так, нужно что-нибудь делать. Единственное, что я придумал... Нет, мы сдохли, поздравляю. Как мне дороги этот ад, этот забейте вообще. Твари тупые, сколько вас здесь? Зачем нам терять-то уже? Все вещи так просрали. На, сдохните, мрази! А, кстати, это, зыбучий песок не поможет, потому что они летают. Хотя поможет только от одного, который стреляет, от того, поджигает дома, которые. А, ты бьешь меня опять? Молодец. Двух ударов убил, красавчик. Ну, такими темпами мы будем долго бегать, я думаю. Кстати, я просто проверил, будет ли он бить. Да, он бил меня, то есть... Даже когда мы умрем, они все агрятся на нас. Тварь тупая.
Молодец. Ну, оружия у нас нету, что я сделаю. Давай что-нибудь что-то возьмем. О, посох есть у нас. Сейчас будем нагибать с помощью посоха. Да я думаю, вернемся, вещи не проблема. Давай, братюня, еще раз пошли. Да, два удара, ровно два сраных удара. Ну, будем так бегать, бегать. Не забывайте, что вещи могут исчезнуть, это будет уже проблематично. Где ж ты, тварь? Ты еще эти прилетят. Где ж ты, где? Так, подожди. Собираем. Сканер, сканер. Так, живи, живи, живи! Нам еще нужно найти уникальных существ, да, чтобы сделать другие посохи, я уже говорил. Пока вроде мы все собрали. Да. То есть сет есть? Есть сет, самое главное. Еще мы собрали. Не, реально, я думал, что мы не будем так быстро умирать. Так, еще мы что собрали? Мы собрали еду, на которую нам все равно. Потом мы взяли кирку и бур. Самое главное, это бур и сканер. Да, все, больше нам ничего не надо. О, кстати, а что здесь покажет сканер? Или игра вылетит? Три, а? Вообще бесполезная территория, видите? Ладно. Дубль 200. И смотрите, мы все вернули, абсолютно все. Мы все вернули. Блин, да вы издеваетесь, что ли? Сколько вас? Нет, это ужас. У нас задача убить летающее говно, да, при этом мы даже не можем выйти с респауна. Он еще одна тварь. Да, весело так. Ой, лисенька моя, нифига себе. Опять меня кто-то убивает, молодцы. Летучая мышь убивает меня, нифига себе. Не забывайте, что здесь еда расходуется намного больше, да, чем в нормальной жизни. Где ты, летающее говно? Гаус. А, вот они попёрли, попёрли мрази. Будем драться хорошо. Все, вроде я вышел своего дома. Так, теперь нужно найти кого-нибудь, кого можно убить. Так, 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 ищем, ищем. Пометку поставили, самое главное, да. Пометку поставили. Кстати, нам еще нужны... Вот она, тварь. Нам еще эти лампы нужны обязательно. Ну-ка, если я его просто убью, то засчитается? Сколько здесь мутантов? Ну давай драться, куда пошел? Блин, мне так стрел не хватит. О, молодец, гасился. Ну, видите, боится. Так, стрелы нам тратить нельзя, у нас больше не будет стрел. О, с одного удара убил. Это уже все, это уже смешно. Лавой кидается. Не-не-не-не, здесь мы уже не будем баловаться, надо отойти нам. Так, я бы спустился бы пониже, там где должен быть респаун, я уверен. Они так часто приходят к нам. Офигеть, здесь мутантов. Это тоже давайте соберем немножко. Это у нас песок, по-моему, да? Песок душ. Я не помню, для чего он нужен, но тоже мы соберем. Не, жестко, конечно, здесь воевать вообще. Офигеть, же бы все в лаве, смотрите. Если я упаду, да, мы все потеряем, все вещи.
Ну-ка, давайте убьем это говно. Тварь, сюда иди, камон. Сдохни, чмо. А теперь ты, тварь. Кстати, он, по-моему, не может стрелять под себя. Под себя не может. Вот, нам нужны эти лампочки. Я хочу сделать лампы, уматные лампы. Блин, а. Офигеть, здесь и лавы. О, она исчезает? Уматно будет, если она исчезает. Так, ладно, пофиг на него. Let's go. Так. Ой, все началось. Кто? Кто? Я не вижу ничего. А. Сразу две мрази, да? Так, одну я убил, тварь. Видите, из этого... Офигеть. Все понятно. Ну... Эх, вот так вот, да, просрали мы, короче, бур. Ну, что поделать? Это было предсказуемо. Все к этому, в принципе, и шло. Туда смысла идти, я думаю, нету, да, потому что по-любому все вещи просрали. 99%. 99%. Так, где я вообще был? Я даже не помню, где я был. М-да. Ну, я тогда уже сам просто сделаю и сканер, и это сам соберу. Если мы не найдем. Да мы не найдем по-любому. Вот туда вот я упал, да? Ничего не надеюсь, не знаю. Все. Да, они там тоже дерутся. Хотя у нас там есть какие-то доспехи, но всех мы не убьем никогда. Никогда мы всех не убьем. Никогда. Можно было бы только из лука, если поубивать, да, но у нас нету лука, есть только стрел. Надо было сначала пещеру, рано, мы пошли, конечно, сюда, рано. Я еще не готов, совсем не готов. Ну, смотрите, только вхожу, доли секунды проходит, я уже все пылаю в огне. А нам еще надо идти туда. Тварь, а как же ты меня достала? Не, реально, ад это просто ад. Больше нечего сказать. Просто ад. Вообще ничего невозможно сделать. Ну блин. Верните мои вещи, хоть немножко дайте забрать. Давай, дура. Да. Даже если я туда спрыгну, возьму, я туда никогда в жизни не вылезу. А он все сжигает все, да? Ладно, не надо было просто лезть. Надо было хотя бы тогда итем оставить. Зачем я взял с собой сканер? Я вообще не понимаю. Ну, ладно. В любом случае, я сам это все сделаю. Сейчас возьму, все ресурсы соберу, да, и заново соберу и сканер, и этот. Все, потом мы лучше мы в следующей серии тогда пойдем, короче, знаете, куда пойдем? Мы лучше в пещеру. В которой мы нашли новую пещеру и найдем там новых юнитов. В аду делать нам нечего, реально. Тем более, вы видите, ну вообще бесполезно. То есть мы даже дойти не можем, убивая мгновение. То, что там просрали алмазы, да это все ерунда. Я это все быстро могу добыть. Вы видели, я показывал в прошлом выпуске. Ну, в любом случае, все. Нас сегодня поубивали просто миллионы раз. Я думаю, этого хватит. Восстановлю все итемы, да? И продолжим дальше. А вам спасибо за просмотр. Комментируйте видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.